Добрый день, зрители моего канала. Вот он я, да. Здравствуйте. Ну, сегодня у меня будет очень нетривиальное кино. Вот можете полюбоваться. Называется «Весна пришла». Вот, значит, у меня произошла беда. И как всегда, как говорится, люди делятся на две категории, да? Одни сидят на трубе, а другим нужны деньги. Ну, одни сидят на ютубе, вот смотрят кино, а другим нужны деньги. Сумма не шибко большая, но вот так получилось, что, как говорится, год петуха, он такой, клюнул самое больное. Не везет мне с годами петуха. Это, ну, карма, что ли, или что-то. Ну, год петуха для собак всегда очень самый такой критический, сложный. Все 36 лет какая-нибудь херня происходит, причем не сколько даже со мной, да, сколько с моим окружением. И вот сейчас мне нужна сумма до 1 апреля, примерно 60, даже не примерно, точно 63 400 рублей. Если можете, реквизиты я сейчас опубликую. Ага, спасибо, что облили. Кто поскольку? Верну, конечно же, не знаю когда, но верну. Может, меня этот месяц обманет. Меня этот месяц будет потом, что у граждан типа интересующихся технологиями, ну, все что-то разводка сплошная. В общем, такая вот кондитерская булочная. Ну, а я что? Я обещаю, во-первых, скоро будут очень интересные сюжеты. Наверное, если, конечно, не все совсем так мрачно. Новые путешествия. Ну и новые рыбалки, конечно. Вот такие вот дела. Ладно, на эти мрачные рожи не хочу заканчивать, потому что какие тут рожа физиономии. Вот так вот. Я, конечно, из принципа никогда не публиковал на канале, как бы, мой канал для людей не зашкваренных, да, всякие там, как в ютубе это принято, шкулять бабки там. Ну, в данном случае у меня просто, скажем так, ну, некоторым образом семейная проблема, но она не совсем семейная, она связана с проблемами этой страны больше, этого государства гребаного. И с ее будущим, как ни странно. Но больше сказать не могу пока. Силу, как бы, ну, известных обстоятельств, которые обязывают кое-какие тайны хранить. Вот так вот. По скриптум. Я как Шура Балаганов точно до копеечки посчитал, как бы, ну, то, что нужно для этого мероприятия, и оказалась сумма немножко больше. Сумма оказалась 63 555 рублей, прям с точностью до рубля, вот вам говорю. Ну, как бы, на сегодняшний день. Вот так вот. В общем, ну, как говорится, кто меня знает, долго смотрит, сами понимаете. Ни от хорошей жизни, ни от, ну, как бы, вот. Можете в комментах приписать, кто там сколько послал, если кто-то расщедрится все-таки. Как бы, ну и, соответственно, по степени. Кто вперед, прики того, и как бы постараюсь как можно быстрее, через месяцок уже, вернуть долги. Хотя эта страна мне дохера должна, и множество людей мне должно дохера, но они предпочитают быть моими должниками, да. Как бы так, ну, ладно. Про совесть не буду, это наболевшая. Про совесть, про честь, про ум. Еще раз спасибо за внимание к каналу. Можете лайки поставить, можете в соцсети кинуть. В данном случае у меня ситуация именно такая, что помощь народа нужна очень сильно.